Вы мне задали вопрос, как долго не спать. Видите, у меня такой проблемы нет. У вас она есть. Наверное, это молодая девушка или молодой парень. Вы хотите пойти на дискотеку, вы хотите пойти куда-нибудь вечером погулять, да? А вам хочется спать, и вам нужно этот сон преодолеть. Ну что ж, я тоже была молодая, помню, как это можно преодолеть, конечно. Ну, надо что-то выпить такое. Обычно, допустим, мне помогало... Кофеек мне помогал. Хорошенький, крепкий кофеечек. Вот, сладенький кофеечек. И он так бодрил. Кофеек и чайная ложка, допустим, на чашечку кофеечка, чайная ложка коньячка. Это тоже бодрит. Вот этим можно преодолеть. Потом прохладный душ, холодненький душ. Заставить себя пойти взбодриться. И действительно, это помогает. Можно себя преодолеть сон. Вот, чтобы не... Ну, а в моем возрасте, конечно, наверное, многие ложатся очень поздно. Конечно, вот у нас тонуса нету, да? Да, нету тонуса. Тут такое дело. А у вас есть силы, а спать хочется сильно. То вот я, допустим, только кофеек советую, холодный душ, такой не холодный, а прохладный душ, освежающий. Ну и, наверное, там, если сейчас новые напитки, я их не буду называть, это вы сами, я считаю, что это все-таки не нужно, это уже тоненькие разные такие, которые не, но самые хорошие. И чай, да, крепкий-крепкий чаечек такой тоже, он взбадривает. Опять-таки, можно добавить туда ложечку чайную коньячка. Для того, чтобы себя взбодрить. Или, допустим, что еще можно сделать? Это, ну что, глюкоза и аскорбиновая кислота. Вот это тоже хорошо взбадривает. Кстати, этот рецепт такой хороший, когда начинается простуда. Тоже помогает. Ну вот витамин С, такой ударной дозе можно употребить. Нормально. Ну, витамин С или в таблеточках, он, ну, я не буду так рекламировать, а, допустим, это делать. Ну, а там, где что у нас есть, шиповник, там такие ягоды, да, ударную дозу приняли, тоже взбадривает. Ну, как скорая помощь, то, конечно, глюкозка с аскорбинкой. И такие напитки. Вот такой мой совет. Идите гуляйте, танцуйте на свежем воздухе. Вы сразу выйдете на свежий воздух, и будет сон можно преодолеть. Пока.